А? Шинозаки взял отгул на сегодня? Вроде как простыл. Он утром мне отзвонился. Понятно. Шинозаки, у тебя плечо намокло. А, прости. Проведать хочешь? Зачем это мне? Он ведь твой единственный подопечный. Помнится, он говорил, что одному жить нелегко. Так и не спадает. Ну, сам виноват, что стоял под дождем, как истукан. Иду. Как себя чувствуешь, Шинозаки? Сэмпай, ты специально ко мне приехала? Ну, будет тебе. Просто была тут недалеко по делам. Тебя 3 дня уж нет, вот я и заволновалась. Я слышала, что тебе не просто живется одному, вот и взяла гостинцев. Спасибо большое, ты очень заботливая. Или готовить тебе чего-нибудь? Что вообще происходит? Я так счастлив. Так, прошу. Приятного аппетита. Вкусно! Вот и хорошо. Я немного приберусь тут и запущу стирку. Еще раз спасибо. О, погоди, мои трусы! Правда, спасибо, что со всем этим помогла. Ничего страшного. По мне не скажешь, но я скорее как старшая сестра. Я сейчас настолько неимоверно счастлив, что лучше бы эта простуда никогда не проходила. Ну ладно, я пойду. Согревайся и отдыхай, хорошо? Ты меня просто спасла, сэмпай. Кстати, по какому делу ты ездила? Ходила в кино с подругой. А? Но мой дом и кинотеатр в разных сторонах от станции. Ну ладно, мне уже бежать надо, так что... Как же я облажалась!